Понять, о чем думал взрослый мужчина за рулем автомобиля «Рено», когда вместо педали тормоза нажал на газ, пока сложно. Иномарка оказалась не только на тротуаре, но и въехала на остановочный пункт, где в этот момент находились люди. Ожидавший автобус, мама с сыном 9 лет получили тяжелейшие травмы. Я хотел высадить пассажира. При заезде в карман, видать, колесо зацепило бордюр. И руль у меня вправо резко потянуло. Ну, не остановилась машина, заехала на тротуар.